Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, я продолжаю прохождение The Outer Worlds. Если вы не смотрите сначала, то рекомендую к первой серии перейти, там все-таки, ну, какая-то последовательность будет. Ссылка есть в описании к видео, либо в верхнем правом углу, по идее, должна появляться. Ну, а для всех остальных давайте продолжим. С этим я не могу поговорить. Сейчас мы пока находимся на корабле первопроходец. Практически полностью я его уже исследовал. Последние вот остались. О, верстак нашел. Последние остались палубы. Ну, в принципе, сейчас начну уже квесты выполнять. Экшен должен быть. Хотя в прошлой серии тоже я случайно набрел на экшен. Так, что за Сундзян? Нет, опять же, нельзя пообщаться. Там на нижние палубы. Так, украсть ничего нельзя, пройти нельзя. Ну, пошли в затон, видимо. То есть, по-хорошему, я уже всю территорию тут пройти пока нельзя. Тут вот запечатано. Все, вот эту всю территорию я исследовал. Значит, поручения какие? Чтобы предложить хороший капитан, способному попасть. Ну, пока мы не можем в Stellar Bay попасть. Ага, надо ей сообщить, что долг перед... Кстати, вот надо сюда сходить. Давайте мы сходим. Сейчас кодекс глянем. У нас тут нового появилось. Научное оружие. Так, это мы... Читал я в прошлый раз. Бой, медицинский ингалятор. Но я вроде его и так использую. Ладно. Жалко, что тут нету быстро. Только, я так понимаю, что только к кораблю быстрое перемещение. И на променад быстрое перемещение. Ну, короче, нам надо медицинский отсек пока сейчас быстро сбегать. Чтобы этот квест завершить. Так, Spacer's Choice. Ой, я, кажется, пробежал. Вон Medical Bay, да. То есть, по-моему, нету звуков. Got word from Udom, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. You sure saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. Осторожней тут без меня. Так, отлично, этот квест мы сдали. А, теперь надо с Элли поговорить. Ну, буду... Tell you what. I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. 19,000 очков опыта, нормально. Похоже, ты очень не любишь быть у других в долгу. It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. Добро пожаловать. You won't be sorry. Я, конечно, буду без... Без... Так, напарники. Да, тут про напарники пишут. Больше поддержка. Их навыки улучшают ваши навыки. Увеличивают вашу грузоподъемность. Все так. Давайте вот даже глянем. Что тут у Элли есть? Мы можем ее прокачать на что-нибудь так. Но я ее хочу отправить просто на корабль. Something on your mind? Возвращайся пока на корабль. Okay. Вот. Короче, See я буду around. Собирать всех напарников и отправлять просто на корабль. Вот таким образом будет у нас происходить. Я играть, я буду все равно один. Не заставите... Так, про напарников, видимо, тут что-то новое. Да, ой. Я вообще хотел
следующее задание посмотреть, какое выполнять. На Сцилию-то не могу отправиться, на Роузу не могу отправиться. К Финиасу как-нибудь слетаю. А вообще я могу туда везде отправиться, я ж уже... Старые техники в Затоне, вот сюда надо идти. Да, вот в Затон хочу спуститься сейчас. Когда я... По-моему, нету звуков окружения. Слушайте, давайте я перезапущу игру, потому что нету звуков окружения. Продолжаю наше прохождение. Продолжаю прохождение. И спускаемся в Затон. 10 компаний объединились в корпорацию Alkyon Holdings, чтобы выкупить права на... Так, давайте эти... Бандит-налетчик. Так, то есть я могу с ними пообщаться. Вообще, дайте я гляну, что у нас по поводу репутации. Пока тут нейтрально. Можно с ними пообщаться. Давайте. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Убеждение. Давайте убеждение. I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. Приятно. Мне нужны детали. Дюнлей меня послала. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back with the crew. Что вы делаете с несчастным техником? We're just sitting in a circle, sucking down exhaust fumes and toasting to the memory of our brain cells, making this broken angel fly again. Значит, я могу забрать детали? You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. Или всех убить? Ну давайте соврём в этот раз. Подкупать я их не хочу. Under its skin, this ship is all poison and darkness. Lead bones, asbestos muscle. Maybe you're right. You've got the run of the kingdom. Up those stairs you'll find the parts. My crew won't get in your way. Отлично. Кое-что еще. Lay it on me, boss. I'm good for it. Как вы здесь оказались? Ship got impounded. The crew and I racked up a debt while we were grounded. And my baby got sold to Sublight. Scrapped for parts. That's bureaucracy for you. Piracy with a smile. Очень похоже на то, что случилось со мной. Reflection? Shit, must be getting old. Stay here too long, and the groundbreaker drains you like a fuel tank. You can come and go in my little kingdom. Just try not to piss off any of the jesters. Ну, я все равно в любой момент их могу перестрелять, но мы решаем сейчас проблемы общением. Смысл всех убивать, если качал... Ага. Ну, конечно, вот воровство, то есть... Ты приходишь сюда, вот это можно забрать. Так, а вот техник, видимо. Эх. Я думал спасти его. Так, вот сюда можно слазить. Ой. Я украл боеприпасы. Случайно, правда. Бандит-налетчик, медицинский дрон, бандит. С капитаном я уже общался.
Лут, лут, лут. Блин, что? Тут же никого нету. А нет, есть кто-то. I guess I'm honored. We got another complaint. People don't like worms in their shrooms. Бандит-снайпер. Терминалов никаких нету. Главарь банды? Серьезно? Но поговорить с ними нельзя. Тазбольная карточка, нет. Тазбольные карточки я собирать не хочу. Плазменный резак тоже нафиг нужен. Так, понятно, тут ничего интересного. Обшарпанный автоматон. Может его починить как-то можно тоже? Ну, мне никакого взаимодействия не показывает. Блин, столько территории никем не обслуживается. Явно вот видно все-таки упадок и станции вообще всего. Блин, стольких можно было убить. Эх, я так понимаю, что никаких квестов мне тут не до... О, рядовой. You're the first person I've seen who talked their way past McRed. It may not sound like much, but take my word for it. Wow. Что вас привело в затон? Dunmay sent me down to collect the parts we need to fix the radiators. McRed got me all distracted, sucking fumes and talking about the cosmos. Я здесь за деталями для радиаторов инженерной службы, и пригодилась бы ваша помощь, чтобы их установить. I'll get back to my post. See you topside, stranger. Ну, отлично. Хоть одного вернули на место. То есть все-таки он не убил? Может, что-то такое. Ладно, не будем красть. Даже у бандитов, представляете? Представляете, насколько я... Я даже не могу слово подобрать, насколько я... законопослушен. Так, давайте глянем, что тут наверху. Bullshit. Wake up. There's no such thing as pizza. It's all open-faced pasta. You've been getting into the boss's special stash again, haven't you? Блин, все терминалы отключены. Ничего интересного не почитать. Так, вот они. Детали для радиатора. Блин, и тут даже ничего не украсть. Ладно. Идем обратно. Может, еще они просто придут на службу к кораблю, вот эти все бандиты. Давай, может, поговорим с ним. Еще что хорошего скажет. Neighbor from above. Нет, ничего нового. The Destruction of Emerald Whale. Таинственный незнакомец. Какая-то реклама фильма. Так, нам прямо. This is You've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering.
Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Ну, нормально. Еще я и сам должен... Да, вот зачем посылать меня в какую-то шахту? If every repair was a one-woman job, I wouldn't need an engineering team. As it is, my staff is busy keeping the station from melting down. Нормально. You can flip a switch for me, but you can't install these parts. Not quickly, at least. Not on the first try. Able, though, you've proven to be. Ладно. Поехали. Убивать жуку-сенец вы не обязаны, сидеть я буду очень благодарен. Конечно, я хочу убивать. Архив записи, подтверждение прибытия. Первый проходит успешно, прибыл в точку Лагранжа, привезя с собой груз в виде модульных домов. Теперь, когда первый и второй этапы задания пройдены, первый проходит согласно контракту, переходит в собственность моей семьи. Отлично. Похоже, некоторые чрезмерно богатые и отвратительные элементы из числа наших соседей и колонии плохо понимают, зачем мы прилетели сюда. Не ради чертовой зарплаты с 9 нулями, уж точно не ради логотипа просто космоса на своей заднице. Первопроходец не собирается участвовать в войне корпораций. Ясно. Так, где тут? Питается плазмой, которая обжигает врагов. Ага. Раз он питается плазмой, то, видимо, плазмой лучше не стрелять. Давайте электричеством. О, поползли, поползли уже. Ух ты. А что это за жукарой? Блин, да, да ё-моё. Да валим отсюда. Я... Фига себе, как мне с этим жукароем справиться? Так, какие у меня... Оружие. Этот плазменный. Это обычное. Вот давайте, может, этим попробуем. Качаем в себя. У меня ослепление, кстати. Все, прошло вроде. Нормально. Ну что, с него ничего не собрать? Кто там еще шипит? Вон еще. Иди сюда. Я тебя как бы приглашаю на общение. Где ты там? Что, я самому к тебе идти, что ли? Что за хрень? Плюется плазмой, которая обжигает врагов. Броня 4 против физического урона.
это изи. Так, это все собираем. Так, тут ничего интересного. Блин, тут еще, наверное, будут эти гусеницы. Ну да, вон что-то красное впереди показывает. Ага, на засове. Кто? Это не гусеницы, это роботы, кстати. Так, а против роботов у нас электрическая. Тоже поменяем. Покеда. Он гусеничку убил, представляете? Робот-живодер. Так, заменим. И там, скорее всего, гусеницы все-таки будут. Мне так кажется. Нет, роботы. Так, стоп. Я хочу их изучить. Что там будет писать? Броня против физического урона, стреляющий плазменными снарядами. Я понимаю, что тут одни роботы у нас. О, робофобия. Так, автоматоны вызывают у вас нервную дрожь, поэтому вы действуете менее эффективно, когда они нападают на ваш отряд. Минус ловкость, минус проницательность, минус твердость духа. Короче, я решил проходить всю эту игру, принимая все изъяны. Поэтому возьмем. Так. Какую положительную? Грузоподъемность. Минус вес расходуемого предмета. Восстанавливается здоровье при убийстве, восстановление напарник не надо, напарник не надо, напарник не надо. Так, штраф в точности это не надо. Восстанавливается при убийстве, ну, тоже неплохо. Урон научного оружия выше, скорость передвижения не надо. Вот, давайте бонус к попаданию в голову. Да, давайте бонус попадания в голову. Я буду автоматонов бояться. А где он там еще ходит? О, у меня, блин, обвес. Разбираем. Разбираем. Этот Хаммерсмит мы оставим, пожалуй. 84%. Не, пока не будем ничего ремонтировать. Нам, видимо, вниз надо спускаться, да? Ладно.
That's the terminal. I have the parts in position on my side. Go ahead and cycle the droplet pump. And if you don't know what that means, just look for a command that says, cycle droplet. Блин. Опять я этого сбоку не заметил. Ведь не переговорили меня. Так. А что мы должны сделать? Починить радиаторы. Нашла старые схемы старшей Гуэмперо. Проходит, наверное, здорово пострадал во время путешествия. Потому что половину службы она дыры латала. Угу. Включить включение аэрозольных насосов. Все? Отлично. Так, я думаю, что мы тут все зачистили. Были внизу? А, ну да, ну мы тут с гусеничками общались. Ладно. Опа. Я пропустил. Обходной шунт. Еще один добрый поступок в нашей копилке. Каждый будет тебя там зло какое-то такое релаксирующее валит. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. Репутация явно повысится. Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Так, с Эдной надо пообщаться. Новый уровень. Первопроходец, репутация улучшена. Отношение к нам дружелюбное. Hey, you the one who fixed those radiators? You really saved our buns. Whenever you're free, let's have a chat. Так, ты где? Ага. You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. А почему может не быть времени? Куда вы собираетесь? No, but our relaying capabilities, that's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5. No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or sometime dire soon. А почему у вас не будет связи? Our primary relay station soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Похоже, пора привести в порядок запасной ретранслятор. Нет, давайте, как же можно потерять связь, оставшись без единственного ретранслятора? Well, we wouldn't be utterly and completely blacked out, but we'd lose the majority of our comm traffic for sure.
Ships and colonies on Terra 2 need a clear line from their communications towers to the Groundbreaker for the transmissions to make it through. If it's not clear, they transmit to the closest relay station, which stores the message, then passes it along when our orbits align. Они могут корабли передавать друг другу сообщения? That they can and they do, but only between ships owned by the same corporation. No corporal authorized sending messages through a ship owned by a rival. And no corporal relay messages for the Wildcat freighters, not without charging them more than they'll make in a single haul anyway. That's why we're the message hub. The Groundbreaker's neither corporate owned nor board controlled. Our comms are neutral. The others won't be in orbital range during the occlusion event. Isn't it some law of the universe? The relay I gotta rely on is, of course, the one on the Fritz. Ну, похоже, yeah, пора I'm провести ретранслятор. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. Что я получу, если займусь ремонтом? You save my comm center from chaos. I guarantee I'll get the chief to authorize some payment forms with your name on them while you're out fixing the station. Ну, это, конечно, такое себе. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? О, да. Вы бросили сообщение с Земли в памяти на орбитальном ретрансляторе? It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. Ясно. Квестик получили. Что у нас вообще тут? А, уровень, блин. Так, ну, что мы теперь будем прокачивать? Оружие не хочу, ближний бой тоже не хочу, защита тем более, честно говоря, я издалека стреляю. Давайте, наверное, технологии и общение опять продолжим. Даже просто убеждение, буду чисто убеждение прокачивать. А в технологии... Давайте, наверное, убеждение и науку на 5 прокачаем здесь. Так. Так, а в способностях то возьмем. Я взял бонус от урона и возьму, наверное, скорость движения. Нет, не скорость движения. ТСВ восстанавливается при убийстве. Вот это возьму. Так, что с репутацией? Дружелюбные первопроходцы. Отлично. Оружие бездны, глаз безмолвных. Так, ну тут, по-моему, больше квестов, которые именно здесь выполнять нету. Можно... А, ну, в принципе, я могу на корабль и так быстро переместиться. Давайте заглянем к торговцу отремонтировать наше все оружие. Побыстрее. Не самому не тратить запчасти. Так. Починить. Теперь продать. Весь хлам продаем. Вообще скоро 10 тысяч и так накоплю, но... Пожалуй, будем квесты выполнять. Что за скука просто выкупить этот ключ? Конечно, надо квесты выполнить. А, я вообще бегу. Терраформирование относительно новое научное направление. Результаты его применения порой оказываются неожиданными.
Так. Good. You're back. Not that I missed you. I assure you, I am not capable of such emotional capacity. Welcome back, Captain. How can... Знаешь что-нибудь о том автоматоне, который собирает пыль в помещении для уборщиков? The unit is a cleaning, Sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Понял. Так. Я получил сигнал бедствия, можешь его воспроизвести? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Понял. Так, а ну-ка, развлеки меня. Certainly, Captain. What would you like to hear? Расскажи анекдот. My violence inhibitors are a joke. No, really. I only keep them enabled because of how funny they are. Включи мою любимую песню. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Это не моя любимая Everyone песня. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song. As you Пока wish, все. Captain. Так, есть минута. I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. Расскажи мне о капитане Хоторне. I require a captain to pilot the ship. Without an identified captain or crew, I serve no purpose. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. На этом корабле были другие капитаны? Mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. How can I... Хочу узнать больше о колонии. What part of the colony would you like to discuss? Нет, не хочу я больше узнавать на самом деле. Так, ладно, закончим разговор, сейчас я еще сбегаю наверх. Так, куда мы можем? На ретранслятор лететь, на монарх лететь. Нет, на монарх, или можем на монарх, можем. Сцилла. Терра 2. И лаборатория. Я бы к Финиасу слетал. Познакомился, наконец, как бы нормально уже. Они в состоянии отключки. Тем более, что у него там какое-то оружие должно быть. I so enjoy watching you sleep for hours on end, Captain. It's quite entertaining the way you drool. Сволочь какая. Так, поиск термина Сэм. Нашел на свалке списанного автоматона. Думает, будет нетрудно его починить, заодно установить парочку крутых модификаций. Так. Стандартная деталь бак с мылом усмешно демонтирована. Доставка боевой детали бак с кислотой задерживается. Об этой доставке можно забыть. Деталь потеряли. Но есть хорошие новости. Один знакомый, который знает девчонку, который знает одного брокера, за баснословные деньги поделится информацией о местонахождении бака с кислотой. Понял. Так, то есть где-то там... На терминале Хоторна... Заводской бак с кислотой, забрать эту деталь из Роузвей. Понятно. Так, ну я так понимаю, что у нас эта чувиха тут растусит.
каюте. Так, это этот робот. Вот она. Нормально, манекен для оружия. То есть у нас может быть, я так понимаю, еще раз, два, три, четыре. Четыре напарника, один из которых викарий, как минимум. Окей. Так, куда летим? Сейчас посмотрим по квесту. Выполнять ли основной квест? Вопрос у меня. Или, например... Ну, тут все равно на Розуэй надо лететь. На Сцилле можно слетать. А, я хотел к этому слетать. К нашему, типа, спасителю. Давайте в лабораторию. We've arrived at Phineas's orbital lab. Тут должно быть какое-то супероружие. Так. Нет, без... Без напарников. Never touch this. Так, здесь выберем задание по оружию бездны. Hello? Can you hear me? Does this work? Oh, damn it, blast, that's loud. Какая, конечно, лаба огромная. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since... In fact, I've never had a visitor. Вообще никогда не было визитеров, а кто тогда все построил это? Все сам? О, дикая свинка ходит. О. Ну, заросла немного, похоже, жирком. Как у меня жопа постоянно поворачивается. Это шишкач. Ладно, надо, наверное, поговорить с чувачком. А вот и оружие, кстати. Уменьшающее луч. Manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. Серьезно уменьшает. Легкое оружие. Сила уменьшения прямо пропорциональна навыку науки владельца. Уменьшенные цели теряют часть брони и наносят меньше урона. Если отвести луч от цели, ее размер защиты на секунду вернется к нормальному состоянию. То есть надо очень быстро убивать потом, видимо. Ну, красивый пистолетик, ничего не могу сказать. Так, у меня два научных инструмента. И, кстати, квест не закончился. На терминале Хотер нашлась информация о черном рынке на первопроходце и в Фолбруке. У этих торговцев можно купить старые записи и архивные данные, чтобы искать мощное научное оружие. Так. Окей. О, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Так, слава богу, не поменялся цвет кожи. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Почему мы через стекло общаемся?
Как бы там дальше не получилось, спасибо, что вытащил меня с надежды. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Есть еще один вопрос. Почему ты прячешься за пуленепробиваемым стеклом? Oh, it's not you. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured, but from a safe distance. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Есть минутка. Ты из лаборатории вообще выходишь? Oh, goodness, no. I wouldn't survive 10 seconds in the blackness of the aether. Well, no, I imagine I'd last at least 12 seconds before I'd lose consciousness and die of hypoxia. Признавайся, Финиас, как же ты должен развлекаться? I enjoyed the occasional aether wave drama in my youth. Not anymore. All bored propaganda. I'd rather not be brainwashed. To answer your question, I'd rather stay right here in my lab. There's too much work to be done. The Hope's colonists won't revive themselves, you know. Чуть так одержим идеей разбудить пассажиров надежды. Да, но меня-то ты оживил, значит, есть решение. Yes, according to the board and their narrow-minded scientists, you should be a pile of organic sludge right now. 10 years. That's how long the average human can remain in hibernation. You were frozen for decades. In theory, you never should have survived the revival process. But the conventional theories are wrong. You're living proof that it can be done. There's yet hope for the hope. Get it? Рад это слышать. We'll do our very best to save them all. I'd best get back to work. Oh, I can feel my last dose of caffeinoid fading. Ладно. Давайте исследуем, что тут вообще есть. Фига себе, тут шишкачиков. Где он, сука, этих свинок насобирал? Карманные часы спионерили. Все, что пригодится. Так, сообщение. Взлом. Так, ответа нет. Я разобрался, в деталях объясню потом, воспроизвести будет трудно, нужна твоя помощь. Все необходимые материалы должны быть доступны в Алкионе, но места назвать пока не могу. Спустил на Терру-2 возле Эджиодера нового союзника, он заинтересован в моем начинании. Но доверять ему можно только на 23,7%. Ага. Так, интересно. Кому это он посылает? Там мы заметили. Можно, интересно, всем обсудить эту инфу теперь. Так, а тут что? 14. Витрации показатели в норме, надо запомнить. 14. Угу. Надо запомнить, 14. Нельзя обсудить это сообщение на терминале. Пухлик. Он эту свинку пухликом зовет.
Так, а это... Плакат. О, плакат забрал себе. А это что? Купить лестницу. Ладно. Видимо, можно уезжать отсюда. Фигасика, конечно, станция тут огромная. Так, туда не пройти. Да, давайте сходим. Тоже ничего интересного. Да, и туда не пройти, ладно. Как ему этот такой огромный астероид, кто построил вообще? Кто сделал? Куда мы дальше пойдем? Ну, на Роузвен, наверное, все-таки выполнять основной квест. Судя по всему, будем. Так. Пропуск куда угодно. Кто отправил... А, нет, нам не на Роузен, нам на Терру 2 надо. Доску с объявлениями о розыске в стыковочном отсеке. Я проверил, вроде прочитал. Так, давайте, пропуск куда угодно, значит, на Терру 2 надо вернуться. Посадочная площадка Роузвей. Тут мы не были. Какие-то мысли появляются? Давай. This Roseway business smells. Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call, and whoever or whatever got him will be waiting for us. Да ладно. Нам что-нибудь известно, человек, который подал сигнал? What they know, Captain. Shady corporate town caught up in shady corporate shit. Tough luck for them, but maybe an opportunity for us. Но почему они не обратились за подкреплением корпорации? With a lot of these companies, the thrashing you take from your boss is worse than whatever a bunch of marauders will do to you. Doesn't exactly encourage calling for aid when there's a fuck-up. Кому-то нужна помощь, Элли, и мы эту помощь окажем. So. Да, только ты будешь anyway, на корабле сидеть. Well there, держи палец на крючке, но ты будешь сидеть на корабле. Так, где выход? Ну, это та же планета Терра 2, где была начальная локация Edgewater, но в другом месте где-то. Так, хорошо, мы сели. Что говорит терминал? А почему я не могу... А, чисто. Посадка здесь. Хорошо, спускаемся. Что карта говорит? Угу. Собственно, просто по пути здесь будем следовать, видимо. Автоматов куча. Нам ничего продавать не надо, я думаю. Все собираем, весь лут собираем. Выглядит заброшенным, конечно.
Погрузчик. Туда зайти нельзя, в эти контейнеры. Так, ну тут походу все. Командир корпорации, элитная пехотная броня. Элиточка, очки сварщика. 26. Блок плюс 5, ну... У меня блок вообще 0. Я как бы это... Постольку, поскольку, так, пока с этой броней похожу. Так, что это там? Пока никаких соперников не видно. Опа. Раптидон-мучитель. Раптидон-дон. Так, а как я его заметил? Давайте как-то обходить домик тогда. А, он спит. Так, ну-ка давайте исследуем его. Броня умеет атаковать быстро, отличается раздражительностью. Так, отлично. Ну давайте, наверное, тогда с плазмы начнем. Это же плазменное у меня оружие. Да. Подкрадываемся. Сохранимся, конечно. Это первый наш соперник на этой. Ой. А, смотрите, он проатаковал, так у меня броня была прокачана на шок. Чем я... Так, это где? Ой. Так, надо блоки... уклонение использовать. Очень мне нравится, как... Работает тут у меня все. Так, ученый без головы. Где эти обугленные кучки? Так, в этот дом не попасть, я так понимаю. Да. Думаю, что его можно починить как-то. Нет? Это убрать. Видимо, никак. Ладно. Просто на них напали вон животные. Все. Вот и вся мистическая проблема. Будь здорова. Опять перегруз. Пожалуй, вот эту броню уже разберем.
Папа, я пишу тебе на случай, если ты найдешь способ вернуться, прости, не удалось встретиться, нас переводят из города всех вообще. Не знаю, зачем нас переводят, пожалуйста, очень прошу, зажги этот дневник. Ясно. Картридж с битами. Газичай. Такое большое здание и ничего. Так, тут, видимо, ничего интересного. Хотя вон что-то виднеется. Ладно, дальше идем к штаб-квартире. Я все исследовал, возвращаемся на главную улицу. Уже уклонениями к 8 серии научился пользоваться. Тоже молодец, я считаю. Все это ради чего я потратил аж 5 магничек. Четырнадцатый уровень. Не хочу пистолетами пользоваться. Эти модификации надо попродавать. Тоже как-то куча всего. А каждый полкило весит. Каждая модификация. Закрыто. Угу, тут эти чуваки тоже валяются мертвыми. Возможно, не местная фауна стала причиной. Раптидон мучитель. Хотя они вроде как выглядят, как будто друг с дружкой дрались. Блин, что-то выкинуть надо. Ценности. По весу, да. Давайте это все выкинем. Ну, каждая эта шкура килограмм весит.
Да, выбрасываем. Так, как это выбросить? Блин. А если убрать из хлама, оно все вернется. Сюда. Короче, все съедим. Раз не можем выбросить, надо есть. Ужас. Сейчас меня разнесет тут на этом мясе. Ладно, входим внутрь. Опа, тут кто-то есть. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Что здесь случилось? Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Можешь сказать, кто тут главный? Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. А что ты делаешь снаружи? What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Anything else you'd like to know? Кто подал сигнал бедствия? Distress call from here? Shit. They told me that weren't allowed. Почему? Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. Все хреново, но. Oh, before I forget. Но подавать сигнал. Makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Подавать сигнал бедствия нельзя. Spacer's choice petals. И, конечно, рекламная. Так, короче, мясо мы не будем брать. Оно слишком тяжелое. У меня несварение будет, если я буду так много его жрать тут. Так. Тут вообще, смотрю, у них в городе запустение. Эти звуки, как будто где-то рапты где-то рядом, но. А, это эти мелкие так мурлычат. О! Блин, не могу вскрыть. Нашел тайник, а вскрыть не могу. You've come to end my life. Let's be on with it. Oh, not actually one of them. А вот и глава. Это вы послали сигнал бедствия? Yes, yes. Anton Crane, lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Я вижу. Под контролем, мне так не кажется, вы что-то скрываете. I'm not at liberty to discuss the nature of the work I'm doing here. Suffice it to say that its importance to me, to the colony, is immeasurable. Но зачем отменять сигнал? Нет, работаете в одиночестве? More often than not, seems I'm the only one who sees the opportunity here. Каких, например? A ticket to the good life once my research plays out. Byzantium, recognition, money, proper facilities. No more uninspired dolts like my associates here.
когда ставки настолько велики, помощь можно принять от кого угодно. And might you be the sort of person who's not averse to risking your life if the pay were right? Говорите. Хотя это зависит от того, какая помощь вам требуется. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptodons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Если вы расскажете, что за исследования там велись, мне будет куда проще вам помочь. You have a point there. It most decidedly cannot make this situation any worse. All right. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Зубного геля? Это все из зубной пасты? One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Да. While doing research on enzymes specific to the Raptodon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Можно как угодно это называть, но это все же зубная паста, диетическая зубная паста. Not just any diet toothpaste, the ultimate diet toothpaste. Жизни это не стоит. Oh, I'm certain it could be made into that as well, with only a few changes to its molecular composition. But you're missing the point. Let's focus for a moment, shall we? Even if you disregard the obvious value of Auntie Cleo's Appazap diet toothpaste in and of itself, we're talking about my career here as well. Ладно, хватит слов. Yes, but don't kill the mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the grand architect. Jameson. He's in the old lab. Все архитектор? Что еще за Джеймсон? My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. Забыл про него. Я найду его, ладно. Surely lighten the weight on my так уж и быть. As I am held to account for the well-being of every scientist here. Too many have been lost. Too many black marks against my name, as it were. And far too much paperwork. Не верю, что документы для вас значат больше чужих жизней. Of course they do. Please don't mistake my ambition for callousness. За что же ее принять? За сострадание? If my colleagues refuse to take their lives seriously, why should I? All they do is complain. They refuse to see the opportunity afforded us here. Просто хотел услышать, как вы признаете себя бессердечным ублюдком. Believe what спасибо. You will, but I'm not the manipulative, ego-driven person you think me to be. I'm not. Угу. Да-да-да. Успокаивайтесь себя сколько хотите. Так, ну, квест мы взяли. Так. Сигнал бедствия. Вот, вот это мы должны. Рок, постигший Роузвей. Но это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите, и на этом пока все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.